Всем привет, ребята, с вами Скорпион, и сегодня у нас обзор очередной мобильной игры. Да, ёпта, она называется Райдер. Это что-то типа всяких там Флиппи Кнайф, там Флип Баттл и тому подобные скилл-тестные хрени, блин. Ёпта, ребят, сегодня будем потеть, эта игра очень сложная. Короче, здесь мы гоняем на различных мотиках, тачках и тому подобной технике. Вот давайте, собственно, и старт. Ёпта, это рандомный уровень. А мы можем тут и проходить уровни. И что мы за это получаем? О, можно так делать сальтухи. О, нет, не падай. Не ломайся. Не убивайся. Плюс один, плюс два. Плюс один комбо. Ага, здесь мы просто бьем рекорд. Отлично. Короче, если я сейчас убью тачку. Или что это за инопланетянская, блин, электроника? Это что? Это что, типа, это трассы 2040 там года, ёпта? Ой, это было бы жесть, если бы это было бы так бы на самом деле. Новый рекорд 27, результат 27. Так, давайте посмотрим уровни. Well, добро пожаловать, Скорпион, спасибо, Game Center. Уровни. Вот я один тут уже прошел. Это обучение, у нас такое было небольшое. Давайте второй уровень. Посмотрим, что он из себя представляет. Ох, вот это нам машину дали. Блин, эти неоновые дороги, это что, реально дороги будущего, что ли? Если это действительно так, то я просто буду в офиге. Вон, это... Фак. И такой звук еще, блин. Вон. Не, ну игра сделана прикольно. Кстати, ребята, очередная игра в портретном режиме, ё-моё, игра, на которую я не сделаю обзор вот за все 3-4 дня или сколько уже там дней прошло с момента обзора тех трех или двух предыдущих игр, они были тоже в портретном виде, и эта игра тоже в портретном виде, блин. Я так думаю, вас это немножечко раздражает. Если нет, то идеально, только рад этому. Ёпта, вот это дороги неоновые. Да, этот уровень придется проходить долго, но сейчас я его на одном дыхании пройду. Просто я как бы делаю летсплей, ну точнее обзор, записываю видео и нужно что-то говорить, то есть, чтобы вы тоже не скучали как бы, а не просто молчать. Если я буду молчать, то будет видео неинтересным. И мы прошли этот уровень, да ладно. Если буду молчать, я буду все проходить быстро и четко, но видео будет от этого неинтересным. Ёпта, убил машину. Чё-то слишком много ёпта я сказал. Напиши, сколько раз я слово в комментариях. Тут комментарий попадет в следующий видеоролик. Отвечаю, ну просто вот слово пацана даю. Что кто напишет, сколько раз я сказал ёпта, тот комментарий попадет в следующий видеоролик. И, кстати, ребята... Ребята, скоро игры на ПК. Да. Это не обман. Ладно, давайте, короче, выйдем из этого режима. Вернуться в меню. Я хочу посмотреть другие режимы, которые присутствуют в этой игрушке. Игра прикольная, всем советую. Отличная убивалка времени. Если вы, допустим, там в автобусе сидите. То... Серьезно?
Вы хотите сказать, что вот это вот все придется покупать или открывать? За результат 25 дается эта машинка, за результат 50 дается этот. Ёпта! А давайте реально попробуем результат 50 набить в обычном рекордовом режиме. Вот, нажимаем. Блин! Результат 4. Ну, понятно, хоть и новая миссия нам открылась, но от этого я новую машину не получил. Жесть. Результат набить 50. Ох, вот это было жестко. Вот это было жестко. Тут еще и эти посыпались. Найс! Найс! Нет! Только не задави меня! Шарообразная! Ребят, я офигею, если я набью рекорд 50. Ёпта! Это так было близко! Новая миссия 3 открыта нам. Жесть. Ну что ж, друзья, если вам понравился данный видеоролик, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы узнавать самым первым о выходе моих видео и стримчиков. Да, я планирую, у меня в планах где-то стрим. Может, на следующих выходных. Ну, как получится, в общем. Всем спасибо за внимание, всем удачных встреч и всем... Пока.